Алексей Романовский совершенно спокойный абитуриент. Еще весной он знал, что будет зачислен в Купаловский университет, когда стал призером многопрофильной олимпиады по математике. Осталось лишь подать документы. Цена такой уверенности и веселого лета – сотни часов в решениях тестов прошлых лет. Солидная подготовка отнимает много времени, но и дает свои внушительные плоды. Я первые 15 лет своей жизни жил в городе Гродно, потом с родителями переехал в Новополоцк. И вот решил вернуться, так сказать, на свою малую родину, город Гродно. Поступать я буду на специальность прикладная математика, потому что, ну, мне с самого детства очень-очень интересны компьютеры, программирование. И в целом математика мне очень интересна. Мне папа привел этот интерес к математике и в целом любовь к математике. Мария Крупиц – абитуриент-целевик. Она окончила третью школу и туда же хочет вернуться, только уже с дипломом учителя. Девушка, к слову, продолжит династию. В этой семье все мужчины – историки и окончили Купаловский вуз. Самое главное – это, конечно же, учиться. Учиться не только именно как про специальность, но учиться быть человеком. Учиться быть личностью, независимо ни от чего, независимо, если на какой-то специальности находишься. Самое главное – это воспитывать в себе, в первую очередь, какие-то человеческие качества. Учиться быть добрым, отзывчивым, примером для своих детей в будущем. Мария с будущей профессией определилась давно, только периодически думала, стоит ли уезжать из родного Гродно. Думала насчет Минска и Бреста, но все же любимый город, где есть все, что ей нужно, перевесил. ГРГУ – это университет возможностей. Здесь есть возможность не только достичь какого-то определенных успехов в учебе, но это университет, повторюсь, возможности, где можно себя реализовать в общественно-политической жизни, в участиях различных других мероприятий. В Купаловском вузе в этом году представлено 196 мест на целевой набор. Это значит, что уже сейчас абитуриенты знают, где будут работать первые 5 лет после получения диплома. Более половины договоров в реальном секторе экономики. Для победителей олимпиад 134 квоты. Они могут подать документы до 2 июля. Для тех, кто претендует на поступление в рамках целевой подготовки и одновременно является выпускником классов педагогической направленности, спортивной педагогической направленности. Срок подачи документов 27-28 июня. 29-го для этих детей мы проведем собеседование, где они представят свои портфолио, те знания, которые накопили в рамках обучения в этих классах. Мы побеседуем с каждым и также будем готовы их зачислить. Также сейчас могут подавать документы те, кто желает получить степень магистра. Впервые 3 направления будут зачислены в одно время. Основная приемная кампания на бюджет начнется с 12 июля. Как правило, первые и последние дни самые горячие и волнительные. Яна Мельниченко, Василий Мальцев, Новости Гродно+.